Итак, вива разумиста, мои кыштымские карлики. Ну что ж, крестьяне просили обзор на Kingdom Come Deliverance. И вот он, так сказать, выдается строго под роспись, мазафака. Хотя я смотр на эту игру делал еще в 2015 году, и тогда она мне не особо понравилась. Ну, местами понравилась, местами не понравилась. И вот сейчас мы делаем ресмотр. Я пропустил в начале ролик, там был, когда над деревней летел... этот, как его, квадрокоптер и снимал, там графон был, конечно, улет, но там, скорее всего, это был пререндеренная фигня, потому что там было ровно 50 FPS, а вот сейчас вот запустил 33 FPS на вот таком вот, на такой сцене, да, пустой, по сути, 33 FPS, а там летел над деревней квадрокоптер и был 50, ровно 50 FPS, то есть это, скорее всего, просто ролик был, видеоролик, поэтому это, в общем-то, не в счет. Ладно, давайте продолжим. В общем, тут какой-то крестьянин, похожий на Джоу, ёпты, что-то перед мамкой отчитывается. Вот. Мамка такая, ёпты, нихуёвая, ёбана. Мамка-то лет на 15 всего старше, а то и на 10, ёпта. Так. Я голоден. Я жрать хочу, ёбана. Возьми урок боя на мечах. Так, ладно, закончить разговор. Хватит. Хватит пиздеть попусту. Мамка, ну чё, давай займемся, ёпты, важными делами, так сказать. Так, что-то у меня слишком быстро чувствительность мыши. Потому что у бати супер мышь, Razer. Она там супер, у нее это. Конечно, там можно палочкой какая-то, но уменьшать чувствительность, но я так обычно не делаю. Ну, мамка, готовься, ёпты, так, стоять, все равно, какая-то это, блин. Мамуля, так, давайте еще поменьше сделаем. О, о, теперь медленно, побольше сделаем. Так, блять, не делается она это. Стрелочками не делается. Тормозит, блядь, пиздец, давно я не играл в игры на 35 FPS. Ну, помните, Watch Dogs вот разве что играл на старом проце. Ну, конечно, я все настройки задрал вообще просто адски, то есть тут просто пипец, тут все на ультра практически. Поэтому, ёпта, так сказать, тормозит все жестко. Ну, ладно, посмотрим на ультра, а то крестьяне все время скулят, что ты не на ультра все поставил, шейдер левел у тебя 100, ёпта. Ну, тормозит вообще неприятно, то есть прям... Когда ты ведешь, оно как бы картинка как бы. Как будто там, блядь, на цепи какой-то груз висит за картинкой, и оно мешает тебя вести. О, ну кстати, вот нихуёво выглядит, да, нихуёво, ёпты, бля. Блядь, а выйдем наружу. Ну, мамка! Ёпты, бля! Рогалик. Взять. Игрик. Или это У. У-Е, да, ясно. Такой перевод интересный, перевели клавиши на русский зачем-то, долбоёбая. Ну, мамка! 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 Мамка, давай займемся важными делами! Мамка! Мамка, повезло папке, ёпта. А где он тебя такую лярву выцепил? Так, ну на яблочке, конечно, да. Пиздец, полигон-то не завезли. Ой, крестьяне меня просили обзор сделать. Ой, ну тут полигонов как в GTA 5, блядь. Там три полигона на яблочко, ёпта, бля. Ну, мамка, оберу тебя. Все у тебя заберу, ёпта. Будешь нищей крестьянкой. Так, руки проваливаются сквозь, блядь. Стол, текстурка стола, мыльцо, ебать, мыльцо. У него тоже рука провалится сквозь стол. Ну это чтоб на консолька запустил, кстати, напишите. Я не посмотрел, блядь, есть ли на консолях нахуй. Скорее всего нет, потому что если на ПК так тормозит, на консоль там вообще, блядь, расплавится просто нахуй, блядь. Ну там в любом случае, даже если есть, там график раза в 4 порезан. То сейчас буду писать, есть, есть на консолях ванамас, есть, а ты и думал, блядь, мы такие нахуй. А там по-любому график раз в 4, даже если есть порезано нахуй. Ну тут, конечно, текстурки тоже мыльцо, мыльцо, чтобы консольки потянули, ёпта, бля. Да, ёпта, бля. Вот что же тормозит, я мне кажется, по процу, по идее, не должна тормозить мега процу баси. Просто непонятно, когда ты вот в стену смотришь, уж тут-то, да, то есть эта игра не оптимизирована, потому что, когда смотришь в стену, вот, ну тут нечего рендерить на 40 FPS, понимаете? Блять, а тут можно вообще...
Русский поставить. Что-то русского нету, бля. О, язык озвучки английский, французский. А, не, нема. Ну ладно. Хули, мы же англичане не по годам, улыбчик. То есть вот что здесь тормозить, нечему. То есть это не оптимизированная игра, понимаете? Если бы она была оптимизирована, когда ты вот так вот упираешься, бля, в мыльные вот такие текстурки, блядь, палеозой нахуй ранний, то тут бы было 150 минимум FPS нахуй. Да, ткань тоже тряпка, конечно, блядь. Мыльцо, ебать, мыльцо, мыльцо. Смотрите, какая еще рваная поверхность, зубчатая. Мамка, мамка, давай. Стриптиз, мамка. Ну, мамка, дай сиську пососать. Ну, ебать, ну, конечно, да. Тут, конечно, да. Посмотрите, текстурка мыла ебаная. Фу-фу. А тени, смотрите, дрожат, как нищие суки, блин. Смотрите, тени как дрожат. А стаканы стоят, блядь, в воздухе, блядь. Левитация, Копперфилд, не по годам, улыбчик. Да, камни, конечно, текстурка, да, из Counter-Strike 1, ёпта. Помню еще в Warcraft. Warcraft, World of Warcraft, когда он вышел, блядь, так, такие же были текстурки, ёпта. Так, какой-то глянцевый пластмассовый стакан. А другие не пластмассовые. А тут мыльцо, мыльцо, смотрите, какое мыльцо, графон, мыльцо, да-да, мыльцо, конечно, мыльцо. Блин, еще дергается так, это все противно. Так, спиздим срок. Срок, конечно, не творожный за 15 рублей, чудо, или как там оно называется. Так, ну ладно, пошли тренироваться на мечах, ёпта, бля, на 35 FPS, конечно, мы ща залутаемся, ёпта. Опа! Ладно, пока что туда не пойдем, сейчас еще в комнату зайдем. Так, стоять, в этой комнате я и был. Так, изба, как в Расте построили, ёпта, бля. А где замок кодовый вынесут, ёпта, бля. В Кыштымград, кстати, заселяемся, заселяемся, блядь. Сервер Москва 3. Строим Кыштымград, он строится, растет вширь, вглубь. Новые проигроки подходят. Так, вот, вышли, вышли. Кстати, FPS... Парадокс, но FPS вырос, 50 FPS стало. Парадокс. Почему же в этой ебаной коморке, нахуй, где просто ничего нету, FPS 30, нахуй, 5. Тормозит все. Это почему? А на природе, где, казалось бы, вот она вся сила и мощь, тут типа 50 FPS, ёпта, бля. И, кстати, больше 50 он не дает, это подозрительно. Как будто ограничитель, ограничитель FPS. Так, не вижу там пау. Ну я так смотрел, вроде как там не было ограничителя FPS. Да, то есть он включен. Ну видите, ну конечно вот эта текстурка, вы сами видите. То есть даже в кризисе, блядь, которому 11, сука, лет. Даже в кризисе лучшие текстурки были. Вот смотрите, вот это вот, видите. У меня текстуры на ультра. Сейчас кыштымские карлики будут качать. У тебя не на ультра, у тебя не на ультра, блядь. Вот текстуры. Ультра, правда, я не перезагружал, но она там долго сохранялась, короче. Да это бред перезагружать. В PUBG там не надо даже перезагружать. Там даже сразу прям все применяется, блядь. Ну, конечно, такая, такой, в общем, неплохие, конечно, деревья, блядь. Какая-то вот игра была. Ёбана. Игра какая-то была недавно, тоже там деревья. О, ебать, текстурку. О, позор, позор, мыльцо. Может, надо было игру перезагрузить? Но она не написала, то есть обычно пишут, да, перезагрузите игру, чтобы применились настройки. Сто пудов такого не было, это сто пудов. Ебать мыло, вот эта соломка зубастая, с зубчиками нахуй, меня, конечно, особенно радует. Да, 2018 год, 6 ядер разумизма, 12 потоков, там 5000 шейдерных процессоров, и они не могут плавненькие соломки нарисовать. Многомиллионно-полигональные, блядь, какие-то зубра-зубра-соломка, нахуй. Вот, какую я недавно смотрел игру, блядь. А, World of Tanks с новым графоном, там тоже были. Так это World of Tanks, ёпты, мо. Ну, травка такая, такая, ёпты, бля. Вот сама текстурка, там вот видно мыльцо, да, земли. А травка такая, более-менее, как World of Tanks практически. Ну, чуть лучше, на самом деле, конечно. Но, блядь, это как её... Ролевуха, да, где всегда графон топовый. А мо это, блядь, для нищих крестьян, чтобы на нищих рефератных ПК заводилось. Ёпта, бля, у меня там 120 FPS был. Там графика была такая, что только 120 FPS, блядь, а тут
50, блядь, ограничено, потому что ровно 50. Ну, видно, наверное, в левом углу, да, как я поставил. Так, ну, конечно, да, мыльцо, мыльцо. Ну, я тогда так и говорил, то есть, в целом, если издалека смотреть, прикольно выглядит, блядь. Прикольно выглядит игра, достаточно реалистично. Но это издалека, а сблизи посмотришь, то есть они какие-то такие фотореалистичные текстурки сделали. Вот. Но сблизи это мыльцо, мыльцо. Ну, кстати, весит не так много, всего лишь 32 гигабайта по современным меркам. Я охуел, когда посмотрел, сколько весит World of Tanks обновление 1.0, вот то, что я делал. 50 гигабайт! Оно писало 15 гигабайт при установке, нужно 15. В итоге оно 50 гигабайт весит, я охуел просто. Да, ну полено, конечно, да, видите, раз полигон, два полигон, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Ну, конечно, 12 где-то полигонов, ёпта, бля. Так, тут у нас листья, бля, мыльно-мыльноватые такие, ёпта, бля. Но издалека смотрится прикольно и реалистично довольно-таки. И гамма, главное, правильно, то есть правильный вот зеленый цвет, аж часто... Зеленый цвет, вот если взять Ведьмак, да, в Ведьмаке все какое-то, блядь, пестрастое, блядь, какое-то все мультяшное, какое-то такое. Ну, неплохая графика, да, в Ведьмаке, но она какая-то вот вся такая нереалистичная, она какая-то такая яркая какая-то, блядь. А здесь вот все такое реалистично, вот видишь, что вот зубастая текстура, зубастая травка, это, конечно, да, да. Сколько же, блядь, надо будет оперативной памяти, если у меня уже 16 гигабайт, ну, это, конечно, мало. Но я думаю, блядь, скоро будет 1 терабайт оперативной памяти, и все равно будет... Зубра травка. Вот. Я еще не знаю, сколько надо, блядь, триллионов шейдерных процессоров и пиксельных, чтобы ебано это все нормально, блядь, рендерилось. Да, там уж так сказать. Удочку. Так. Хотя бы до молекул, ладно, до атомов. Но вот так вот, да, вот издалека, вот дерево особо вообще нихуя выглядит. Да, дерево вообще забить. В НФС были бы такие деревья, там обычно хуй так это вот дерево, да, дерево заебись. Но вот это все какое-то вот, да, вот неплохая гамма, но как-то вот, вот все равно видно, ну вот этот домик, вот эта вот земля, что мыльновато. Даже вот не надо вот так вот делать, да, когда вообще все видно. Но даже, мне кажется, это еще в Call of Duty, я хуй знаю, 2008 года такие текстуры были. В Call of Duty, блядь, которые тоже обоссаны обычно. Блядь, сопля пробила. Вот, то есть, по сути, фуфло, бля. Гамма хорошая и зелень хорошая, да. Ну, травка повыше тоже достаточно неплохо сделана. Здесь, ну, зубрастая, конечно. 50 FPS, а не очень плавно, если честно. Вот, ну, вот этот дом вот видно, ну, он в целом видно. Вот, ну, мыльноватый он, ну, не четкий нихуя. Вот, ну, мыльный, бля, как World of Tanks практически. Вот, да, вот зелень охуенно сделали, реально, вот зелень, да, особенно вдалеке вот эти вот холмы, как будто это Нордшляйфе какая-то, да, от Нордшляйфе была бы такая зелень, то есть там обычно зелень-то похуже деревца, ну, в играх где, там Asset Corsa, ну, смотрите, ну, это что за текстура, ёпты, бля, это вообще что за мыло, ебать, ну, вот. Ну, так себе, в общем, по графону. Эй, чувак, ну ты чё, лох, это судьба. Да, вот эти вот коллизии, блядь, когда вот тебе рукой сквозь твое, блядь, ебало, как будто ты вообще не существуешь в этом мире. Вот ты призрак, Каспер, ёпт. О, сквозь него прошел. Улыбочку. Ну, игра полностью недоделанная, конечно, видите, сквозь человека можно пройти. А, как-то он там хитро его огибает. То есть он в какой-то момент его огибает. Ну, кузнец, конечно, наковальню у тебя, конечно, блядь, мыльцо. Ну, хули, бля, 1400 год. Какой год в игре, такая графика, как говорится, ёпта, бля. Вот когда выйдет Come Deliverance 2020, вот там будет норм графон. Так, ёпта, бля. А, ты зачем меня? Сквозь меня меч просунул. Ты думаешь, это мой хуй? Но это не мой хуй. А путинь, путюгу. Так, наколол, короче, меня чувак. Это чья на бутылочку сажает, а раньше сразу на раскаленный меч. Не, вот вдаль, конечно, игра шикардос смотрится, да, это самый лучший. Еще в миллионный, я просто, ну, прошиваю вот как бы карликов, да, что вот гамма охуенная, правильно, очень реалистичная. Нету, это кислотная, вот как в Ведьмаке, блядь. Когда вроде неплохая графика, но вот эта кислота там. Ну, Ведьмак уже, по сути, устаревший, он, по-моему, в 2015 году вышел.
Ну это тоже бета, блядь, еще в 15 году я делал. Графон как обычно не улучшился. Карлики все время пиздят. Ну это, бля, альфа, альфа, потом. Блин, такие долбоебы. Я еще это миллиард лет назад говорил, что это вообще никак не зависит. Как, какую в начале графику сделали, такая она и будет. Вот. Смотрите, у него рука, как будто он человека вот придушит, блядь, бросок кобры. Так, ну, конечно, мыльцо, мыльцо, грязь-то, мыльцо. Даже, по-моему, World of Tanks получше грязь сделана. Помните, я там грязь исследовал? По крайней мере, с той высоты, которая там есть, она получше выглядит. Ну, короче, такое ощущение, что уровень графы практически как World of Tanks, только зелень получше. Вот. Лошади, конечно, хуйня вообще. Вот. Ну, лошади вообще не выглядят, конечно, они... Лошади, вот какие-то они видно прям, что... Какие-то они не алё прям. Не нравятся мне лошади в этой игре. Во, видите, как мало полигонов на жопе лошади, смотрите. Видите, вот этот полигонище прям, во, смотрите, какой здоровый 10-сантиметровый полигон. Ну, конечно, да, у лошади ляжки не... А, кстати, вот текстурка пуза неплохая относительно. Ну, могло бы, конечно, почетче. Блять, ну сколько должно быть гигабайт на видеокарте, чтобы это было все четко? Я не знаю, 100 гигабайт, что ли, или терабайт? Наверное, только когда выйдут видеокарты с терабайтом памяти, блять, наконец-то все четко будет. 4К текстура, а лучше 8К. Кстати, вышел мод на кризис 4К, но я что-то посмотрел, хуета какая-то. Да еще и тормозит, походу. Вот, тут тоже, смотрите, диски полигон на жопе лошади. Раз, два, три. И хвост такой, блять. Мало полигональный, короче. Так, тут пластмассовая грязь. Вот почему-то он должен пройти, следы на грязь должны остаться. Он должен месить грязь, как Spin Tires. А Spin Tires вышел хуй знает в каком году еще. Я, по-моему, в 14 году только обзор делал, а он вышел еще, по-моему, раньше. Там, ну, Альфа там или какая-то хуйта там. А Spin Tires, кстати, русский чувак делал, причем в одно ебло, где-то он в Новосибирске, что ли. Вот. Фуридаш и Киберспорт тоже, кстати, русский чувак делал. Ну там не один, их, по-моему, группа 5 человек. Фуридаш, вот я делал обзор. Фуридаш и Киберспорт. Одни русские везде, ебать. Может, эту игру русские делали. Так, ну, короче, бать недоволен, недоволен. Текстурки не завезли. Блять, такое ощущение, что сейчас 4 гигабайта памяти, это как раньше вот было там Riot NT 4 мегабайта, блять. Ну, у меня такой видюхи не было, я просто слышал. Ну, по-моему, даже 16 мегабайт было. Ну, короче, то есть я хочу сказать, что в натуре пока терабайта не будет видеопамяти, тут вообще делать нехуй в играх. В доту будем играть нахуй. Еще чего-то не хватает, тут вот мне не нравится эта дымка на небе, потому что она чуть-чуть дает, ну, некоторую темноту, и эта темнота не дает, блядь, по-другому должно выглядеть, короче. Я не знаю, может она уходит, эта дымка, или она всегда, напишите в комментах, кто побольше проиграл. Играть неохотно, на самом деле, не возникает желания, потому что вот это мыльцо видно. Ну, скорее всего, на консолях она вышла, потому что неспроста это мыло везде. Бля, я хочу вот графику чувака заценить, а он идет, видите, то есть его остановить даже нельзя. Долбоеб. Че ты идешь, я твой графон хочу заценить. Встань, ёпты. Блять. Пиздец. Ну тут понятно. Давайте вот у крестьянинов посмотрим. Ну не, ну смотрите, это лицо, ебать, ну, ни о чем, ни о чем. По-моему, даже в Battlefield каком-то лучше было. Какой-то Battlefield выходил, и там лицо очень сильно похвалил. Забыл какое-то. Несколько лет назад, тоже где-то в 15 году примерно. Там какая-то часть была Battlefield, где он расследовал, по-моему. Там еще в начале что-то перестрелка в комнате, там 5 чуваков. То есть, по-моему, не про войну, а другой, типа, детективы, я не помню. Бля, ну ебать, пластмасса, пластмасса. Смотрите, такая пластмасса ебучая. Китайская пластмасса. На заводе китайских пластмасс сделали вот эту текстурку. Обязательно реалистично выглядит. Смотрите, там еще преломление текстур. Видите, вот где прицел? Преломление какой-то. Какой-то артефакт. Ну, курица, как обычно, параша. Сквозь меня проходит. Так, кстати, у меня на коленке два полигона. Ну, не два, но сколько? Четыре полигона. Считайте. Раз, два, три, четыре. Да, коленки четырехполигональные тут, ёпта, бля. Это 2018 год. Ну, сами, ну это мыло, ебать. Ну, смотрите, это мыло, мыло. Хорошо, что игра бесплатная, блин. Еще за вот эту пластмассу деньги платить. Не, ну, смотрите, ну это, ёпта, бля, вот пластмасс, пластмасс. Саранский завод пластмассовых изделий, ёпта, бля.
Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Давайте натянем на хуец, так сказать. Так, понятно, игра вылеплена на саратовском заводе пластмассовых изделий. Да не, а видно даже в целом вот какое-то мыло. Даже, по-моему, в каком-нибудь Assassin's Creed, блядь, все четче. Вот именно вот какое-то мыло вот неповторимое. То есть вот реально я не сказал в Assassin's Creed, причем 3-4-годовалом там вот здания выглядели четче. Здесь какое-то вот реально мыло. Вот это вот солома какое-то мыло, блядь. Все какое-то мыло, вот, просто хозяйственным мылом все обрызгали. И вот это вот пластмасса саратовского завода, пластмассовых изделий, это, конечно, пиздец. Ты должен ходить, после тебя следы должны оставаться, блядь. И у тебя туфли должны пачкаться, блин. А ты ходишь, как будто это, или как будто это лед, ёпты, бля, в минус 30 на Ладожском озере. Реально, как будто лед замерз, да, минус 30, лада ёбнули. Скоро, кстати, ожидается. То есть первое в истории наблюдение в аномасе зима, когда за всю зиму не было минус 20 хотя бы. Я уж не говорю, что минус 25, минус 30. Но вроде как обещает, что еще ёбнет, короче, минус 23, минус 26. Тёлочка, смотрите, у неё какие тени на шее, да, видите, там все зубр. Бобр-добр, зубр-зобр. Тёлочка, пошли поебёмся, ёпта, чё сидишь, время теряешь. Жизнь идет, года проходит, ёпта. Пошли, это самое, складки. Зазоры на пизде смотреть, ёпта. Смотрите, она делает вид, что у нее. Она, наверное, сумасшедшая, видите? Она думает, что у нее иголка с нитями, но у нее на самом деле руки нет. Она сразу понятно, сумасшедшая на выгулке, палат номер 6. И как обычный косяк, у них в локтях все время криво сгибаются руки, смотрите, вот в локтях, то есть стрёмно очень. Сгибай, видите, какой у нее там нереалистичный это провал. Зазор, так сказать. Так, ворота открыть. Мыльные ворота не открываются. Пока что заперты, наверное, потом, когда пройдешь там пару миссий, там тебя выпустят из этого города, ты пока что там должен на мечах. Не, ну реально, вот реально ощущение, вот отвечая без пизды, что вот мыло, вот прям. И такое же ощущение у меня возникло тогда же, в 15-м году. Мыло. Вот ощущение мыло. Вот все мыло, нечетко. То ли 4К надо ебнуть. Ну 4К, я думаю, все мыло будет, потому что текстурки-то все равно такие же будут. Ну 4К у меня, конечно, не потянет. Обосрется. Оперативная память порвется, блять, и оттуда пот замироточит. Ну, крестьянин, ну ты мыльный, бля. Мыльный крестьянин. Кстати, власня вот у него неплохо выглядит на самом деле. Но на воротнике 3 полигона. Вот знаменитая, блять, ваномас методика определения малого количества полигона, это посмотреть на воротник. У него вот за воротник, так сказать, мало полигонов залилось. Ну, реально вот ощущение мыльца. Играть вообще неохота никого. Даже я лучше Ведьмак сейчас попытаюсь. Знаете, я Ведьмак почему не прохожу? Я несколько раз пытался, короче, там на драконе, может, даже у меня это на видео попало, не помню. Ну, вот когда вот я обзор делал, кончилось. Когда я там дракона пытался звать, я его не могу убить, блядь, дракона с самого в начале игры. Это пипец просто. Ну, я как-нибудь соберусь, все-таки пройду, блин, вот этот момент. Потому что меня бесит там боевка это, блядь. А, вот Моровинде, я помню, вот боевка была так боевка, ёпта, бля. А в этом Ведьмаке что-то боевка вообще непонятная. Не, мыло вообще, я думаю, здесь таких замков нормальных не будет, потому что, видите, вот замок, он унылый какой-то, потому что он нечеткий нихуя. Дождик пошел. Так, пластмассовый дождик. Ну, вроде как дождик, непонятно, там какая-то хуета. Вон там, видите, вот такая типа дождик. А вот сейчас типа прошел. Ну, естественно, никаких здесь луж нету, блядь, ручейков, луж. Унылая, короче, игра, единственное, что, да, зелень неплохо удалась. И то вон там вот вдалеке она все-таки не очень грузится, там вот за дымкой. Вот единственная заслуга этой, хорошая гамма и зелень. Но мыло вообще жестко. Вот когда выйдут текстуры 4К еще. Ну, понимаете, здесь не только 4К текстуры, здесь и полигонов критически не хватает, просто критически. Так это еще все и тормозит жестко. В танках, в World of Tanks там хоть 120 FPS, блин. Там и то приятная графика, 120 FPS. А тут, ёпты. Ну, белорусы, ёпта. Арийцы, ёпта, бля, сделали 120 FPS. Пройти нельзя, наверное, спорим. Да, нельзя. Эй, чуваки, дайте пройти, дайте, ёба. Эй, чуваки. А, он начинает умирать, прикольно. Эй, по ёбищам взял. Ну, короче, в этой игре, кроме зелени, вообще нихуя нету. Зелень только пиздатая.
Симулятор. И то, я же уже, помните, игра была охуенная с зеленью. Хантер или какая? Тут я год назад делал. Осенью 16-го, по-моему, года. Охота что-то типа Хантер она называлась, точно не помню. Call of Hunter, что-то такое. Вот там вот охуенно, я вообще похвалил, может еще ресмотр сделаю. Вот там зелень вообще невероятная, лес невероятный. Там вот круче, да, круче там, по-моему. Посмотрите обзор, просто наберите. Даже, может, сам потом наберу. Там, по-моему, круче реально графон, чем... Что, он умирает, что ли? А, у него когда это кончается, он начинает задыхаться. Он, видите, бежит, у него полоска кончается, и он начинает задыхаться, у него аж сознание начинает терять, прикольно. Вот он, смотрите, что... Кстати, у него серым все становится, видите, размазанным, он начинает сознание терять. Прикольный эффект, но для шклаты и шклаты. А для олдгеймеров, конечно, это не катит, не катит. 25 FPS, ёпта, за что? Тут же мыло, ёбаное, вообще. Неужели мне хватает 4? Бля, сейчас уже видюхи есть, по-моему, по 18 гигабайт оперативки. Ну, 11 точно есть, по-моему, 18 есть, да, напишите в комментах. Тишка, по-моему, 11 стопудов есть. Ну там-то, бля, ну это же максимум. Сейчас напишут, у тебя 4 гига с такими видюхами нельзя на максимум выкрутить. Ну тогда бы написали в меню, что нельзя, ёпты. Мне на некоторые игры так писали, типа на видюхах меньше, чем 6 гигабайт там. Ну да, 4 гигабайта сейчас мало, сейчас уже средние, там 1060 есть 6-гиговые, ну давно уже. А это сейчас средний уровень 1060, она примерно по моя, как моя по производительности. Моя на самом деле помощнее, чем 1060. Я смотрел обзоры. Но да, если там 6 гигабайт, это может быть получше местами. Но опять же, если только видео, игра требует 6 гигабайт. Вот. Но здесь есть куда развернуться вообще. В общем, все, заканчиваю. Здесь больше нечего смотреть. Мне не нравятся тормоза, мне не нравится мыло, мне не нравится пластмасса с завода саранских изделий пластмассовых. Мне много чего здесь не нравится. Полигончики, пакет идет.